Друзья, всем привет! Сегодня будем готовить страшно интересные безе на основе швейцарской меренги. Давайте приступим. На водяной бане нагреваем белок вместе с сахарной пудрой. Нагреваем примерно до температуры 50-55 градусов. В самом конце взбивания добавляем немножко лимонной кислоты. Наше безе уже взбилось в пышную хорошую пену. Сейчас будем формировать фигурки. Первые у нас безешки будут в виде глаз. Нам потребуется трубочка, насадка трубочка. У меня это срез 1,2 сантиметра. Делаем просто круглые такие безешки. Внутри глазик сделаем. У меня это зеленый и бирюзовый цвет, я покрасила. Трубочка, насадка, срез 0,5 сантиметров. Теперь этой же трубочкой делаем голову мумии. Теперь насадкой роза будем делать имитацию бинтов. Затем влажной кистью немножко промакиваем и поправляем наши бинтики, чтобы наши безешки выглядели очень красиво. Этой же трубочкой сделаем ей глазки. Теперь влажной кистью поправляем наши глазки. Теперь сделаем симпатичное привидение. Привидений можно делать вообще массу. Тут уж как рука ляжет. Можно сделать ручки. Сейчас сделаем еще одну мумию.
и закрываем ее бинтами. Влажной кистью поправим нашу композицию, что у нас такое получилось. Теперь трубочкой круглой у меня срез 1 сантиметр. Сделаем косточки. Сейчас будем делать тыковки. У меня это открытая звезда на 9 лучей. Круглой насадкой делаем хвостик. Насадкой листик делаем листики. Следующие безешки у нас будут в виде камушков с паучками. Я окрасила безе в сиреневый с каплей голубого. Использовала красители Кредо. Сначала делаем камушки. Теперь насадкой поменьше, тоже круглая трубочка, делаем паучков. Голову поменьше и само тело побольше. Теперь маленькой трубочкой, у меня 5 миллиметров, делаем глазки. Просто два больших шарика.
Следующие у нас будут простые приведения. Только уже будем делать вертикально вверх. Та же трубочка. И начинаем отсаживать и делаем как бы двойную. Отсадили половинку, прекратили, отсаживаем еще дальше. И хвостик. Хвостик можно загнуть и не убирать. Отсадили одну, вытянули, отсадили вторую. Делаем по типу елочки. Отсадили все наши безешки. Теперь ставим их сушить. Итак, наши безе уже подсохли. Теперь мы добавим немножко деталей черным красителем, тоненькой кисточкой. Нарисуем глазки. Теперь оформим паучков. Нарисуем глазки и лапки. Теперь сделаем паутинку там, где у нас есть место на наших камушках. Теперь будем делать ужасно красивые глаза. Я взяла голубой краски. Этого можно не делать. Можно нарисовать просто зрачок. Глазки мы нарисовали. Теперь нарисуем капилляры. Много их рисовать не нужно, только немножко обозначить. Вот такие замечательные безешки у нас получились. Надеюсь, идея вам пригодится. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. До скорых встреч.